Доброе утро. Ты супер, конечно. Спалось очень чудесно. Проставал. Какая-то быстрая ночь. Раз и нет, и ночь. Пойдем сейчас на завтрак. Ставила Оля вроде как будильник. Будильник не прозвонил. В итоге чуть проспали. Планировали всем встать, пойти быстро на завтрак и шастать. Но получилось так, что встали почти в 8. Сейчас быстро собираемся, идем. Житель второго этажа. Житель второго этажа. Фена здесь нет. Вот есть. Есть? Есть? Уйдем, я сушусь. Валера. О, фен Валера. Отлично. А что ж ты говорила, фена нету? Я не обратила внимания, где она говорила, что не помню, ну, типа, где фен. Когда зашла уже четко с запросом фен, то сразу его увидела. Понятно. Валера, фен. Не так просто. Классный гель для чуба поставил, и все стоит. Вот так вот. Взял с собой маленькую баночку. Олечка, выделим баночку, чтобы не тащить весь тюбик. Ну, чай, кофе, да, нужен. Тоже шведский стол. Тут же завтрак в том же месте. Что у нас на завтрак? Ну, прикольный завтрак. Лосось, хамон, мед, сотовый. Вау. Винички, фрукты. Очень много фруктов. А, апельсиновый сок бесплатно, пожалуйста. Ну, завтрак очень достойный. Я скажу, просто супер. Овощи, сосиски, бекон, яйца. Я тебе скажу, очень достойный завтрак. Там куча всего. Все есть, и апельсиновый сок есть, сладости есть, хлеб, чай, кофе, чай, любой чай, пожалуйста, луки любые, хлеб, можно сделать просто себе, слушай, супер просто. Ну и детская зона, мы вам ее уже показывали вчера. В целом офигенно, мне очень нравится. Смузи есть, реально очень много всего. Кофе любой, чай любой. Прикольные джунгли, можно посидеть, посмотреть, насладиться великолепием. Чашки, ложки, кофе. Хотите из такой чашки для чая, хотите из другой чашки. Автоматическая кофемашина. Вот вкусный будет латте. Сейчас посмотрим. Тут они не умеют делать латте. Тут делают только вот ристретто, интенс и эспрессо. Нужно молоко взбивать отдельно. Ристретто, эспрессо. Intense sweet. Проверим. Ну, как-то так, сделай сам. Сейчас его ли сделаем такой же напиток. Ну, это мама. А где мама? Это Лора. И у Дианки чуть-чуть тоже фрукты. Олечка себе еще десерт классный взяла. Это веганский, без сахара. Обычные были хлопья, а тут такая смесь, типа как с овсяночкой, с хлопьем, хлопья, с яблочками. В пакете. Прикольно. Тут еще вот экран. Выбираешь любой язык. ТВ. И смотришь тебе. Кого сидишь? Прикольно, даже побегать, порезвиться. Мало. Настя, не кричи, пожалуйста. Не кричи. Какого привет? Стащили бананы, довольные такие. Оказывается, вот рынок. Тут по запаху понятно, что это рынок. Возле этих симпатичных домиков. Мы мимо них вчера пешком шли в отель. По вот этой дорожке церкушка, и вот рынок не такой как в Барселоне, но неплохой.
знаю. А вчера была там? Ну, там больше, тут меньше. Настя, не лезь, пожалуйста. Может, там больше? Там чайки. Разливается. Ресторан. Где люди завтракают. Это на территории маркета. Заражная. На завтрак немного круче будет. Круассаны, тарталетки. Позавтракать здесь намного дороже, чем у нас даже в отеле. Мы за 15 евро заплатили за одного человека, да, то есть 30 евро завтрак. А здесь 16-20. Экскурсии водят сюда. На самом деле здесь маленький рыночек. По сути, вот зона фудкорта, там где можно поесть. А рынок, ну, рынок маленький. Прикольные ступеньки наверх. Сходим, посмотрим наверх. И всякие колбасы, все еще закрыто. Хотя уже 11 утра. Салаты, оливки, мясо. Честно говоря, скудненько. У нас в Сантандере даже круче рыночек. Сегунда Планта. Ну, продолжение рынка такое. Но витражи красивые. Рынок некрасивый. И очень мало чего есть. В основном мясо. Начинается 7 улиц. Вот эти улочки, они идут параллельно, перпендикулярно. Их тут очень много. Здесь проживают примерно в 2 раза большее количество людей, чем в Сантандере. Если в Сантандере где-то 200 тысяч, то здесь 390-400. То есть, ну, вот видно, что сам Бильбао, он побольше будет. И, ну, по улицам они такие... Интересно, как готический квартал в Барселоне, очень похоже. Класс, заходишь у дворика, тут такая площадь. Это была и во Флоренции такая, и в Барселоне такая. Ну, типично для европейских. Тоже симпатичный дворик и известная лестница. Возле нее постоянно фотографируются. Тут танцуют танцоры. Помните, танцоры прыгали через Олю? Это типа тоже одна из знаменитых точек, локаций в Бильбао. Много улиц. Как-то здесь поинтереснее, чем в той же Флоренции. Хотя строение похоже, церквушки похожи. Да. Мы так, ты помнишь, как мы ходили и смотрели по зданиям, строениям, церквям, и мне здесь как-то интереснее они. Домики, форма, архитектура совсем другая. Ну и больше как-то всего. Больше красивых зданий, сооружений. Да, там, ну, там красиво, конечно, во Флоренции, но здесь как-то больше всего. И оно как-то, ну, интереснее, архитектурно привлекательнее, что ли. Смотрите, там завороты, повороты. Красиво просто. Как она называется? Эти улицы идут параллельно одна другой, там 7 штук, поэтому типа 7 улиц называется. Ну да, их тут много. Домики реально под английский манер и стиль. Костюмы продаются разные. Осьминог. Да, кто это? Осьминог. Карнавальные костюмы. Wednesday. Hands, hands, hands. With your bands. Пила. Такое, вот интересно. Не теряй игрушку, Настя. Настя не слушается, осталась в магазине, мы типа спрятались, ушли. Не, не показывайся, если что, зайди. Настя, что это такое было? Страшно, да, когда потеряла маму с папой? Страшно было? Я тебя сколько раз звала, чтобы мы пошли? Ты стоишь, Настя, так нельзя поступать.
Когда мы говорим, ты идешь с нами. Ты не остаешься нигде. Это большой город, где много людей и где опасно оставаться одной. Маленькой. Вот куда бы ты шла сейчас, если бы нас не было? На площадь. Там дорога, машина. И много чужих людей. Ты кричишь: мама, мама, кто-то подумает: ага, девочка потерялась. Тебя схватит и увезет. Как раз вот там машины едут, можно остановить. Настюш, если вдруг такая ситуация приключается, ты идешь, останавливаешь лучше парочку, да, женщину с мужчиной, которые идут с детьми, допустим, да, и просишь вызвать полицию, что где-то мама с папой потерялась. Ты им говоришь: мама с папой нету, да, нету, позвоните в полицию, да? По-испанскому? Да, по-испански желательно, да. Или вернуться в тот магазин. Может, парочка. Или тоже вернуться в магазин, ну, да. В семье с детьми можно подходить. Или к полицейскому, или в магазин какой-то зайти и попросить, что я потеряла папу и маму, чтобы они вызвали полицию. И лучше стоять на том месте, где мы тебя оставили. Да, никуда не идти. То есть... Чтобы мы могли вернуться и тебя найти. Если вдруг что. Потому что если ты куда-то пойдешь нас искать, мы тебя покажем, будем искать, мы можем разминуться и потеряться. Лучше стоять на месте и звать нас, но не идти никуда. Просить вызвать просто полицию. Мы возвращаемся по этой улочке, что и вчера гуляли. Да, начинается 7 улиц отсюда. На ананасы мы потом вечером пойдем. Мы же вам еще не рекомендовали сериальчик один. «Джентльмены» называются. По мотивам фильма. Я думаю, все видели, может, вы не видели. Посмотрите, Гая Ричи сериал. Очень хороший. Шли, и здание красивое еще одно нашли. А вчера фонтан не работал. Сегодня уже работает. Смотрите, везде низкие строения такие, потом бам, такая высотка виднеется. Мы направляемся в парк. Коля загуглила, есть еще один какой-то парк. Интересно. Пойдем посмотрим. Добавим цвета этому городу, да, влияние Гауди. Мы нашли тот магазин, производителя которого сумочку я дарил Оле. Purificación García. И там очень много других сумок. Вау, вот салатовая тебе очень подошла тоже. Да? Типа нас, вот, нас, ну нас, вон, нас, их нас, много. Нас. Вот эти симпатичные. Вот эти симпатичные. Бирюзовая, красивая. Спасибо. Вот Оля нас стоит. Здесь кафешка. И парк. Ну, не скажу, что тут прям супер-супер парк, но погулять чисто можно. Фонтанчик. Здесь озерцо, их живут утки. Вон. Домик для уток. Плавает. Ну, тут живописно. Да. Очень живописное место. Сам парк. Ну, так себе, да. Но зато убранство парка. И вот всякие эти дорожки. Ну, красиво сделали. Облагородили. Утки, гуси. Утки в основном. Ветрено очень. Детская площадка большая в форме замка. Настя выпросила погулять. Рядом с парком площадка. Удобно, в принципе. Церковь прикольная. Фонтанчик со львами. И мы идем кушать пиццу. Так прикольно получилось. Мы думали пойти поесть пиццу, потом погулять, сходить в музей и пойти на мясо покушать. Но потом переиграли, подумали, что у нас хороший номер. Настя обожает в нем находиться. И чтобы подольше насладиться отелем, быть в номере, там, в лобби, решили пойти купить в Маркадоне перекус и поесть в номере, либо, если будет недостаточно, пойти в ресторанчик догнаться. В итоге отменим ресторан вечером мясной, а на пиццу пойдем, как и планировали. И тут нам звонят из пиццерии, говорит: давайте раньше, типа вы придете. Отлично, мы только за. Так совпали звезды, что действительно как бы все подстроилось так, как нам нужно. А вот и пиццерия. Она называется Casa Liotta. Вот так вот она выглядит. И мы заходим внутрь. Красиво.
Спасибо. Или выложить. Смотри, кот. Или кто это? На самом деле здесь не только пицца. Здесь и лазаньи, и салаты, и мясо. Но лазаньи по 15 есть. Пасты по 17. Карбонара, прикольно. Пинцы, да. Пиццы тут много, по 17, по 16, по 14. По 16 разные. Веганская. Да, давай возьмем домашнее вино под пиццу. Котик. Ну, чу-чу-чу, мама. Стильно, мило, молодежно. Спешные лампы. Давай кисень попробуем. Чем? Вкусно очень. Хорошо. Хорошее вино, да. Реально классное. Пицца. И Фернандо. И окей. Ну вот такие вот пиццы с руколой и с пармезаном. На первый взгляд не сильно аппетитно, да? Пикантный соус, вино вкусное. Берем. Что это белое? Это пармезан, сыр. Просто вкусное, поджаристое. Пробуй, Настюш. Обычная пицца даже лучше заходит, чем мясная. Да? Ну, как-то да. Какое-то мясо непонятное. Но в целом тесто очень хорошее. Подача такая, необычный формат. Сложно назвать пиццей, скорее пирог. Мы все время вспоминаем пиццу из Италии, из Траставере, Дар Поэта. Там просто очуменная. Вот это... Это собачка Бильбао, без цветов. Точно, да. Настя вообще молодец. Столько красоты рисует. Интересная подача, то есть скорее понравилось, чем мне. Нам и тут везет, начался ливеняк, а такой, что просто караул. Быстро мы пробежали, сели в автобус и едем в отель. Все по плану, короче. Ну ничего, хорошо мы сегодня успели. Отлично. Полдня, погода, ну, да, в музей еще не успели в музей зайти, но ничего страшного. Вовремя мы спрятались. Дождь идет вовсю. Много людей заезжает. Ой, тоже себе чай возьму. Аккуратненько, Настя. Налили на вечер. Хорошо, Настюш, не разлей на диваны, хорошо? Ты мне поделилась? Ой, спасибо. Понятно, прелесть. Спасибо, дорогая. Здесь два. Хочешь теперь с тобой поделиться? Да? Здесь два стакана. Да, она всегда делится. И орешками всегда два делится. Два стакана. Да. Да, папа сначала один выпил, потом вставил один в другой. Да, с двух. Уютно здесь, хорошо. Ну, вообще, реально, вот больше кайфа здесь полазить, чем где-то по музеям, знаете. В номере, в отеле, в лобби. Конечно. Красотки. Конечно. Мультики. Какие там музеи? Вернулись мы в наш номер. Кайфанем, на самом деле, хороший отель. И грех не побыть еще в номере какое-то время. Там дождь. И хорошо, что мы приехали, потому что шастать под дождем было бы не очень уютно. А так, красотки смотрят таза тазманского дьявола. Мы с Олей сделаем себе по кофейку. Купили себе сидра. Короче, будем отдыхать. Ну, красотки, давайте я вам фотку сделаю. Ароматный кофе. No. Мне прям так. Очень крепкий и невкусный кофе, если что. Чай лучше. Деткам ванна — это самое лучшее, что только есть. Набрали. Смотрите, водичка какая красивая, да?
Ку-ку. А ты так спряталась? Вот как мы смотрим мультики. Вот как папа смотрит мультики. Мне тут так шу... Настя, не надо мне близко. Нет, так близко. Зачем так близко, Настя? Пока. Нету музыкального канала, да? Да. Ну, я не нашла. Не нашла. Может, он есть. Может, Дианка. Дальше где-то. Дианка, дай ногу. Где? А где Крас? Мама кремом намазала Диану. Намазала и голову помыла. Так кричала Диана, не хотела голову мыть. Как Диана кричала? Это ты умеешь хорошо. Смотри, какой-то обор. Вы ж смотри, и тут, и там. Тебе нравится на втором этаже спать? Так, классно. Да. А вы знаете, что когда вот так вот пикает, это он не заканчивает мерить температуру, только начинает, по сути. И нужно еще вам держать. Это типа он готов к работе. Как ты говорила? Бля. Мама прикалывается, да? Бля. В сторону снимаешь. Насте тут очень нравится. Говорит, хочу себе еще такую коробку. Лес. Ну, дождик закончился. Не прошло и года. Померяешь? Сама. Подмышь. Кто там лезет? Да. Что ты, куда ты лезешь? Маленькая проказница. Куда лезет? Маленькая. Ой, слюни. Эй. Кто наверху? Ай, слюни. Кто на мне лежит? Ой, бух. Как ты на лошадку садишься, едешь? Куда? Не надо на лошадку. Давай, как на лошадке едешь? Ну-ну, ты ничего не делал. Как Диана едет на лошадке? Мама. Что будешь делать? А зачем тебе камера? Зачем? Что? Я прям... Правильно говорить надо, когда снимаешь. Маленький хохотун. Ты хохотун маленький. Хохотун маленький, маленький. И ты хохотун маленький. Мы все хохотуны тут у нас. Хохотун маленький, маленький. Куда? Папа, поводи, пощекоти. И ты, привет. А маме, наверное, нельзя. Класс? Класс? Привет. Смешные, да? Хочешь тоже? Нет, конечно, не хочешь. Хорошо, что мы вечером не пошли никуда в ресторан. Дианке температура, чтобы приболела. Пошла спать. Вот наш вечерний ресторан.
Что там у вас? Хамончик. Будем досматривать фильм «Оставь мир позади», как это так называется, с Джулией Робертс. Посмотрим. Ну, в принципе, начало было хорошее, серединка такая нормальная. И финал, посмотрим, какой он будет. За Бильбао. И за нас. Хорошенький сидр. Маркадон у меня самый дешевый. Но очень вкусно. Ну что, сдаем номер, едем дальше. А едем мы, знаете, куда? Ой, осторожно, малыш. Следующая наша остановка. Валенсия.